Доброе утро. Привет. Привет. Уже привет получилось. Пойдемте одеваться. Женя, не одевай ты эти штаны теплые. Какие? Я смогла сделать бабочку. А зачем ты эти теплые штаны одеваешь? Хватит уже. Мам, я сегодня гулять иду. И что, а для чего гулять? Катаетесь там на горке? Ну, я нет. Так а зачем тогда тебе эти штаны? А что, еще подвес колготки надо одеть? Тогда. Да нет. Не замерзнешь, я думаю. А что ты теплые штаны не носишь, Жень? У нас же есть теплые с начесом штаны. А мне в классе, мне жарко. Ой, не поймешь как. Всем привет. А, Донечка. Ну, надеюсь, не замерзнешь. Когда-нибудь я не замерзну. Я же зима, я никогда не замерзаю. Ну, только что, да. А Дарина, она может замерзнуть, но не стала. Дарине уже можно весеннюю куртку одевать. Не хочешь еще? Все равно счастье. Чихать, наверное, будешь. Дарина, ладно. Куда? Ладно, собирайтесь. Куда полезла? Одеваться хочешь? Всем привет. Доченька наша. Ну, встала вместе со всеми. Ну, минут. Дети уехали, ей Санечка проснулась. Женю маме поделку сделала. И Санечка тоже хочет тоже сделать. Вот я купила. Сейчас Санечка все туда распределит и будет делать. Она уже все тут приготовила. Все, что нужно. Это вот моя игольница. И знаете, ой, это мы, наверное, только поженились лет 30 назад. Я училась вышивать. И вот делала. Надо уже новую как-то вышить. И что-то у меня там внутри, не помню что. Уже надо сделать новую. Тут я училась вышивать. Я вышивать не умею. Это я по книжке училась. Ну, в общем, сделала что-то такое. И вот. Надо, по идее, конечно, новую сделать. Саня решила тут поделки делать. Ой, надо мне везде прибираться. Я поставила чуть-чуть подогреть собакам. Это хлеб тоже, который вчерашний. Же есть не будем. Папа сейчас нальет собакам. Ну, скорее всего, даже и хватит. И одной, и второй остатки. Еще не кормили. Я только посуду достала. И все тут разгребаю. Все холодильники, все-все-все вытаскиваю, все перемываю. Все чищу. У меня почти готов плов. Приготовила я. Хотя папа сразу суп. Без супа сегодня. Плов. Вот не ест ни гречку, ни плов, ни макароны. Вот я не знаю. Он ест только суп. Даже говорю, давай борщ сварю. Нет, сварю суп. И сало. Раньше ел уже суп. Ой, макароны. В Челябинске когда жили. А ты наоборот против была. Все хотела. Суп. Не, я всю жизнь кусочками, как Настя. Вот Настя готовить тоже не хочет, она только кусочки любит. Кушать. Вот у нас Саня такая. Одни макароны и вот что-нибудь так, кусочками бы поела и все. Мы сегодня... Папа занимается рыбой, эту горбушу, все чистит. Будем горбуша. Горбушу я покупала. Вы знаете, в Боготоле были, там горбуша была по 235, у нас по 175. Прикинь, разница какая. Ну, может быть, да. А я наоборот думала, куплю в Боготоле. Наоборот думала, куплю в Боготоле, что там подешевле. Ну, там было маленьких 3 штучки, я не стала брать. А сюда к нам зашли, и тут ничего, хорошенькие такие лежат, крупненькие.
постельное дети наменяли, положили. Флаги учишь? Сейчас уже глазик будем закапывать 5 раз в день. Будем закапывать. Я уже... Ой, Вася мне на телефоне все там сделал. Ну, чтобы не следить за временем. Зазвенит, закапаем. Зазвенит, закапаем. Все, сходили мы к врачу с Анечкой. Знаете, еще зашла в Сбербанк. Ну, до этого я еще была. И перевела Дарину на другой... Ой, как даже сказать. В общем, она была на каком-то... Пап, как это называется? Ставка, что ли? У нее там 0,01% был. А у Саши какая-то социальная побольше. 3,7 вроде. И получается, что сумма-то у них одинаковая практически лежит на книжках. Хорошая сумма лежит. И у Дарины там доход что-то 0,1, 19. Ну, вообще, в общем, ни о чем. А у Саши за год больше 10 тысяч набежало. И я думаю, так почему так-то? Пошла к ним и говорю, переведите мне тоже вот ребенка старшего, Дарину, на этот, на такую же ставку, или как она называется, простите, вот никак не могу, где-то крутится в голове. Ну и все. А сегодня сходила уже в пенсионный фонд, написала заявление на то, чтобы перечисляли на другой расчетный счет. Вот. Также зашли в магазин, купили молока. Сейчас Саша дома, молоко нужно постоянно. На сегодня уже там кефир есть, молока нет. Ой, молока нету. Соскучилась совсем по молоку. Сейчас папа пойдет, заберет Женечку. Саша тоже хочет. Ну, сходи, сходи. Жене сегодня ничего нету, ни танцев, ни музыкальной школы, ничего. Подожди, сейчас папа подъедет. Девчонки, наверное, уже дома, не знаю. Ну, мы еще заехали, мне лекарства набрали. Левомир, тут диагетон, метформин и полоски, полоски. В общем, все, сегодня плодотворно мы везде съездили. Понимаешь, что вот это делала? Что это? Это делала? Вот. Нет, она не делала. Написали? Так, Донечки, Доня, давай-ка, милая, сначала Сашенька докушает. Мне не писали. Потом будете уроки делать. Мам, я не буду это делать, мне посчитают, не писали. Ну, сама напишешь, сама будешь делать потихоньку. Вот. Угу. Видишь, уже в тетрадях начали работать. Вот, еще давным-давно. Тетрадями не хорошо. Так, можно если говорить. Наелась... Это еще 3 дня срок годности. 15 заканчивается. Угу. Так, у нас сегодня папа изъявил желание приготовить рыбку. Когда я пришла с телефона, ты меня забрала. Угу. Саша, а на уроках могут забирать телефон? Обязательно. На уроках играть в телефоне? Нет, играть нельзя, поэтому учитель сразу забирает. Мам, Саша, нам только почитать. Так почитать. У него много пропущено. А? Много пропущено. А мы сдали тетрадь, а Саше не дали тетрадь. Да, у нее в старой не доделано, все доделает. А ты же записала? Ну вот. Поставила было треножку. Неудобно. Василий Владимирович туда-сюда бегает, непонятно, как снимать. В общем, масло растительное налил. Лук и... Нет, перец просто, да? Перец. С помидорами. Угу. Ну, как на подушку. Можешь побольше делать их куски. Нет.
так вкуснее будет. Мама, а я 27 уже сделала давно. Я проверяю, что она делает, что делает. А вот с ладонечки. Коты кормленные. Все, что там оставалось от рыбы, они все съели. Голову, хвост, плавники, ребра, все. А? Дай посмотреть на процесс, да? Кот. Ой. Просто застеснялся. Ай, думает, на вас спать буду я. Вот, горбушу отделил полностью от кости, снял шкурку. Ну, мне кажется, если крупнее делать, было бы лучше. Нет. Ну, ты мельчишь. Нет. Вот напишут сейчас и правильно сделают, что за рулем все время мешает. Что во время готовки стоит, трындит. У меня столько одежды тут уже понастиралась. Ну, пусть полежит. Оно чуть-чуть влажновато. Ой, так много Вася наливает масла растительного. Я вообще чуть-чуть всегда. А я мало накладываю. Вот пусто уже. Тем более лук жареный. Должен маслом плавать. Знаете, мы рыбу вообще не часто покупаем. Я не люблю ей возиться с ней вообще. Не люблю этот запах рыбы. Кто-нибудь бы мне вот так вот каждый день готовил ее, я бы ее ела каждый день. Я люблю рыбу, но готовить я ее не люблю. А нашу речную, которую вот с Чулыма привозят нам родные, с Чиндата, я вообще есть ее боюсь. У нас Аписторх очень заражена, рыба сильно заражена. У нас Настя рыбу, можно сказать, не ест. А в деревне постоянно была, ну, как, да маленькая, начиная там. Как мы сюда приехали, так она сразу к брату моему, к Андрею, постоянно ездила. А знаете, Аписторхи остаются даже вот на разделочной доске, на ноже. И Настя подхватила, как она болела. Она же у нас в 9 классе даже экзамены писала вместе с теми, кто не сдал изначально. Ну, будем говорить просто таким вот языком. Вместе с двоечниками она сдавала у нас экзамены. Потому что она пролежала в больнице больше 2 месяцев, наверное, да? Месяц да. Тут, наверное. Здесь найти не могли. Ну, и потом в Ачинске еще. А у нее, оказывается, Аписторхи были. Поэтому мы речную рыбу не едим вообще. Вообще. Да, наши родные мне часто предлагают. Я говорю, нет, мы не будем. Ее есть. Ну, Настя не ест, а вот подхватила, так болела. Так. И теперь вот это вот он все разложил на эту подушку. И зальет. Что там идет, Вася? Жареный лук. Сыр. Жареный лук, сыр. И майонез. Ну и все. И можно добавить 1 яичко. А, да, яйцо. А солить ты не будешь, перчить? Да, буду. Ну, в общем, потом процесс дальше покажем. Выжарил Вася лук, натер туда сыр, маздам. 2 ложки майонеза. Угу. А ты точно посолил, поперчил, да, рыбу? Да. А то будем сырую есть, да, не соленую. Да. Ну и все, теперь в духовку. На сколько минут? На 40 минут. О, наставил. Я мою всегда в процессе готовки. У меня ничего никогда нету. У меня время не хватает. Да, папа за Томой сейчас поедет. Я сейчас видео доделаю. Я снимала видео. Сейчас я его доделаю и потом приберу все тут. Так. Ну, духовку давай включать. 180. Ой, не в ту сторону.
кручу. Это, наверное, сильно мощно. Нет, наверное, это нормально. Так, вытащи все оттуда, папочка, пожалуйста. Все, сейчас я это поставлю. И плов. Плов у меня получился. Решетка войдет, нет, от старого. Плов получился сегодня очень вкусный. Почти весь доели. Сейчас Тома придет, еще вечерком немножко сядем и все. Да, пап поехал за Томой. Девчонки тут делают уроки. А разве учителю можно в телефоне следить? Конечно. Что, правда? Да. А когда директор школы заходит, между прочим, учитель в телефоне не сидит. Он его сразу премии лишит и зарплаты. Смотри. Ей до 71. Хорошо, хорошо. Сам приготовил, сам пробует. Вкусно? А, знаете, надо было, наверное, чуточку прикрыть. Сыр подгорел. Ну, так даже, может, аппетитнее. Ура, ура, ура. Будем рыбку кушать. Молодец, папка приготовил. Минус уже один выполз в этой мечте. Нет решетки. Видите, где готовили?